Всем привет, канал в поисках клада золота и сокровищ от Викринга. Значит, что, копаю в глухой чащобе, такие вот 200-300-летние сосны, огромнейшие просто. И что, сейчас есть такая ямочка у меня. Значит, что интересно, вот такой выкопал, смотрите, кусочек, вот такой вот он. И что интересно, что он у нас... звенит. Ну что, будем в прямом эфире смотреть, что тут у нас. Аж самому интересно. А вдруг золотишко, ребятушки? Сейчас смотрим. Нет. Да, в этом все-таки здесь. В крупником. Потихонечку разламываем. Заглядываем, что там. Так. Упало. Надеюсь, что здесь. Да, здесь. Ага, ребятушки, смотрите, какая красота. Сейчас, надеюсь, вам видно будет. Так, сейчас этот... Да, прям тут... Сейчас так на солнце стану на свет, чтобы было получше видно. Тут прям видно отпечаточек. Сейчас стану вот здесь на солнышко, чтобы вам показать. Так, что-то тут тоже как-то на солнышке не очень. Прошел хороший такой ливень, отлично сигналы идут. Не все показываю, потому что комары просто зажирают. Сегодня вышел сам. Прям отпечаток какой-то. Как трава какая-то странная. Прям так, а ну-ка. Не знаю, как. Вот так, наверное, получше будет. Да, точно. Вот прям отпечаточек в этом комке. Так, это 5 копеек. 1950 года. Всех прошу говорить, как я, полностью год, потому что человеку непонятно сказать 50-й. Не знаю, надеюсь, вам видно. Так, стоять, мой пятачок. Так, зачетненький пятачок. С этой стороны. Ну да, неплохого довольно-таки качество. Сохрана, точнее, песочно-лесной. Даже не буду тереть его. Поэтому давайте не переключаемся. Это же канал Викринг. В поисках сокровищ золота от Викринга. Давайте. Кто впервые на нашем канале, ставим лайки. Подписываемся на колокольчик. Ни в коем случае не переключаемся. Потому что это реально круто, ребята. Посмотрим, что тут еще может есть. Да, возможно, еще монета. Сейчас этот пятак убираю в сторонку. Сейчас проверим еще, может быть, что-то есть. Может быть, еще что-то. Может быть, кошелечек или какой-нибудь золотишко еще тут вместе с ним. Потеряно, сейчас посмотрим. Так. К сожалению, наверное, нет. Ребята, к сожалению, похоже, что... Непонятно. Сейчас на всякий случай еще раскопаюсь капельку, мало ли. Может быть, все-таки что-то еще есть. Вот так. Хотелось бы еще хотя бы мне 50-100 таких взять. Ну что, редкий год какой-то бы попался. Фу, комары зажирают, жира. Так, что-то похоже, что здесь все. Но все-таки негромко хочу сказать. Золото! Золото! Викринг, Викринг! Подписываемся, лайки, прям дальше. Не переключаемся, все только начинается. Будет неимоверно круто и интересно. Викринг, сокровище, поиски золота, бриллиантов. Лучшее видео только у нас на канале. Провокации, сенсации. Смотрите, ставьте лайки. Мы получили неимоверную премию. Охотники за сокровищами. Наш канал Викринг — это огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути. Смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золото и бриллианты. Викринг — это золото, золото, золото! Огромный казанок сейчас Геннадий выкапывает.
Кстати, я это место предложил как вариант для раскопок, потому что я чувствовал, что здесь будет золото. Неаккуратно, он огромный. А это, слышь, это не колокол случайно? Не знаю. Так это колокол, слышишь? А? Это не колокол случайно? Не знаю. Ну он вот, видишь, куда идет. Вот заканчивается. Слышь, капец, огромнейший. Это чугун какой-то. Ну, чугунок. Чугунок, да? Угу. Наконец-то, сегодня я самый богатым. Я насказал, мне всего 70%. Ну я тоже так считаю, думаю, что если даже 70, ну я не знаю, буду, конечно, не торговаться, маловато, конечно. Ну, я думаю, чтобы по-честному, сколько в мою миску влезет, столько я унесу. Слышишь, ну реально, так это не знаю, что это чугунки такие бывают? Не знаю, это старинный вообще. Я такой первый раз, честно, вижу. Это старинный. Я реально такого монстра, гиганта вижу в первый раз, если честно, вообще говорить. Я думал, он маленький. Я начал понимать, что это уже этот, что это лежит колокол. Думаю, наконец-то мы нашли колокол. Это может не хуже колокола. Смотри. Не, ну... То, что мы сорвем куш, это однозначно, я уже вижу. Самое главное, его не разбей. То, что я сегодня сорву куш, однозначно. Вы посмотрите, как Геннадий играется, играет, сейчас копает, и меня не подпускает раскоп, потому что он сказал, что эта миска слишком большая, наполните. Как устанешь, скажешь, я подменю тебе. Не, ну чугуночек, конечно, отличненький вообще. А? Не, ну это именно находка, и притом он закопанный. Я таких чугунков никогда, если честно, не видел. Вот это как раз говорит о том, что это утварь церковная, а там вот выше может и то, что мы. Понимаешь? Ну да. На правильном пути. Мы на правильном пути, только Геннадий повел меня в кусты. Я очень долго копал пробки. Он хотел, чтобы я устал, а теперь он потихонечку выкапывает. Ладно, буду... Всем привет! Канал Виклин. Сенсации, провокации, неимоверные артефакты и находки. Все это у нас. Ни в коем случае не переключайся. Сегодня ты увидишь артефакты стоимостью сотни тысяч долларов, а возможно и миллионы. Мы обнаруживаем их в Черном лесу, где в 90-е преступная группировка делала свои схроны. Каких только артефактов здесь нет. Все находки, все сенсации, которые мы здесь делаем, ты увидишь в этом неимоверно крутейшем видео. Если в первый раз зашел к нам на супер крутейший канал, запомни, ставишь пальчик вверх, подписываешься на колокольчик и просто подписываешься на неимоверный канал Виклинг, потому что здесь ты увидишь золото, золото, золото. Идет сигнал в старом пне. Очень интересно, мы любим такие пни. Потому что они дают неимоверные результаты и артефакты. Сейчас мы будем потихонечку расчищать и смотреть, что же здесь у нас лежит в этом пне. В последний раз мы достали неимоверной красоты крестик, тоже какого-то очень серьезного вельможу. Поэтому будет время посмотреть стоящее видео, увидеть, посоветовать друзьям, знакомым. И самое главное, если вам нравится, поставить лайки. Если вам не нравится, поставить дизлайки. Карты, любые другие предложения ждем от вас. С удовольствием ответим. Вот здесь мы прям... Не, понял, идет вот здесь. Тут несколько объектов показывают. Вот огромный пень. Уже часть находки уже здесь лежит, похоже, сейчас проверю. Основная здесь находится. Аккуратно расчищаем, не хотелось бы повредить. А, это пробка, к сожалению, ребятушки. Кто-то здесь выпивал, засунул сюда пробку. Ну ладно. Мы ее выкинем. Или что-то закопал. Или что-то закопал, посмотрим. Ну, мы убираем, чтобы ее выкинуть. Сигнал дальше идет. Сейчас будем копать дальше. Неимоверно крутой сигнал идет.
что очень интересно, в этом пне можно заниматься его раздалбливать, смотреть. Он уже такой сгнивший. Будем сейчас его поддалбливать. Что-то в нем лежит. Это, конечно, очень интересно, потому что в пнях мы делаем неимоверные открытия и находки. Хорошо идет. Сейчас мы его трухлю гнилую убираем. Очень охота достать этот артефакт. Я здесь пробежал очень долго. Если не получится лопатой, то будем сейчас доставать. Топоры у нас специально для таких дел приготовлены. Потому что артефакты в пнях всегда сенсации, которые мы любим и вам с удовольствием показываем. Есть. Идет хорошо, отличненько. Тяжело, но все-таки поддается. Есть. Вот так мы его получается. Раскрашиваем, чтобы достать, что в нем лежит. Ну, ребята, я вам хочу сказать. Канал номер один по приключениям Викинг. Тяжеловато, но работаем для вас. Кто думает, что это постановочное видео, сразу говорю, вы реально ошибаетесь. Кто сомневается, приезжайте. Лопатьте такие деревья, давайте нам артефакты, показывайте свои классные находки. Будет интересно, самое главное, не переключайтесь. Мне такой же тяжеленный. Здесь. Так. Это сенсация, реальная сенсация. Мы думали, что сигнал идет в пне. Сейчас я его убрал под этим неимоверным корягом пнем идет сигнал. Сейчас я этого исполина гигантского таскаю в сторону и начинаю копать. Потому что реально что-то интересное лежит. Что я вешу больше 100 килограмм исполинчик. Андрей Александрович, чувствую, приходится идти на помощь вам. Да, что-то есть. Что-то лежит. Слышишь, какие железяка. Это мы из-за этого рыли столько. И дерево лопатили. Убирали. Я охреневаю. Так, извиняюсь, имею в виду. Не. Фух. Не она. Не. А что это вообще такое? Какая-то лабуда. Куда передохнуть? Ну, я не знаю, что это. Это. Ну, всякое бывает, приколы, конечно. Мусор, который мы вам не показываем. Ну, покажем, что мы тоже его выкапываем, чтобы вы не думали, что у нас только одно золото мы вытаскиваем. Не, финалы идут. Продолжается? Да, продолжается. Будем копать сейчас. Тут сигнал идет хороший, четкий. Вот здесь. Не, ну не зря мы оттащили. Даже мне пришлось отвлечься и помочь Андрею Александровичу вытянуть это бревно сумасшедшее. Неужели зря? Не, есть. Целлофан? Есть, есть. Есть. Кто аккуратник? Есть, ребятушки. Есть. Фух, сейчас. Так, сейчас, подожди, что-то есть. Целлофан, это всегда хорошо. Наверное, это ящичек. Это я люблю. Копаем.
Кто ищет, тот всегда найдет. Класс. Слышишь? На 10-й день, да, экспедиции на тебе. Не зря такую глухомань заперлись. Что у нас? Уже наши поклонники соскучились, говорят, ребята, ни одного видео за неделю. Не, мы говорим, вы где сами вы? Понимаете, мы же не можем каждый день выкапывать, это невозможно просто. Мы лопатим, 10 дней искали, вот что-то нашли, сейчас посмотрим. Что-то стоящее, надеемся. Потому что... По крайней мере, находка сама по себе уже интересна. Не, ну что-то, когда кто-то что-то зарывает... То значит, это кому-то нужно. Прячет под таким корнем, посмотри, глянь, под такой трухой. Глянь, прям труха именно. Под такой крутой. Трухой. Сейчас попробую. Ага. Не идет, глянь. Хотел бы поднять, понял? Угу. Вообще не шевелится. Тяжелый. Тяжеленный, буду подкапывать сейчас потихонечку. Может, а чемодан с деньгами? Может быть, ставить на паузу? А ты же знаешь, если мы не покажем, вы же знаете все, ребятушки, канал Викинг — это показ всех артефактов. Бриллианты, золото, сокровища. Говорят, вы такие, сейчас выключу прибор, вы должны уже быть такими богатыми людьми. Так мы и так уже, ребята, богатые люди. Просто зачем об этом афишировать? Зачем об этом кричать? Зачем об этом кричать, что мы богатые люди, да? Мы богатые люди, но здесь ничего не сделаешь, кто много копает. Поэтому мы и делимся с вами, чтобы вам было интересно, чтобы новые поисковики тоже работали и показывали. А так они показывают вам проволоку разную. Скоро школу свою откроем. Никому же не интересно мусор. Мы его уже на 100 выкопали за этот сезон, разного мусора не нужно. Есть. Так, я думаю, сейчас должен уже пойти. Сейчас угла возьму. Слышишь, глянь, угу. Посмотри, глянь, я вот так лопатой, глянь, посмотри. Что ж там лежит? Глянь, ты видишь, глянь. Просто реально круто. Он шатается, но не идет. Я сейчас тоже уже буду скоро шататься. Сейчас с другой стороны попробую. Потому что ты его зажал, буду сейчас потихонечку. Вот так отсюда. А, отсюда пошел, смотри. Ага, пошел, отлично. Там видно, что его зажало. Корни, наверное, зажали. Идет. А, ну, все, отлично, вообще тут идет. Вообще без проблем. Сорвал просто. Фух. Отличненько. Сейчас. Так это чемодан. Да, наверное, сейчас я так сюда. Передохну. Уже руки чешутся. Сейчас. У тебя руки чешутся. Быстрее разрываем целлофан. А у меня руки трусятся. Килограмма два потерял веса, пока я его вытаскивал. Весь взмок. А начиналось вот отсюда. Ребятушки. С этой лабуды. Сейчас давай так положим для обзора, чтобы было видно. Я сам уже хочу. В таком вообще саквояже доллары должны быть. Я думаю, бабки. Думаю, тоже доллары. Сколько в таком поместится? Миллионов 5, наверное, долларов. Ну, миллион, наверное, поместится. Тяжеловатый такой, да? Ну, как тяжеловатый? Ну, не то, что легкий прям. Пару килограммчика весит. Пару килограммчика весит. Угу. Слышишь, реально? Дипломата какого-то. Это дипломата. Сейчас. Реально кожаный, посмотри. Это дипломата. Это реальная круть. Сейчас давай отсюда на целлофан присяду. Давай. Так. У обычных людей таких не было. Посмотрим, проверим. Что здесь? Да, это какого-то. Или дипломата. Кожаный, да? Кожа. Артефакт мега крутой. Ага, на замках. Замочки работают. Надеюсь, не заминирован. Может, перчатки снимите, то что там? Сейчас деньги будете считать. Да нет, я наоборот, чтобы этот деньги считать, что мало ли. Если что, я помогу. Ну что? Открываем. Давай, подожди, дай сделаем выдох небольшой. Если будет много денег, сразу говорю, в первой части не покажем. Будем разбивать на несколько частей, чтобы это было вам интересно. Ну, ребятушки, вы это увидите первое. Я закрываю глаза. Давай. Открываю. Ну. Ес! Ничего ж себе! Ну, может быть, деньги внутри. Я тебе скажу, это просто
Это с семейными реликвиями шкатулочка сейчас. Бриллиантики? Сейчас посмотрим. Даже больше, чем денежки. Сейчас. Ой, тут слышишь, это вот так. Опачки. Опачки, опачки. Так это пули? Пули, да. Я думал, что у нас стреляли. Нет, это пули. С надписью. А ну что написано? Мощные. Мощные, да. Фух, ребятушки. Нужно тихонечко сидеть. Фух. Так, ну что, будем коробку показывать? А это что за сверток? Свертки потом покажу. Уже понял, что свертки. Да? Ну что, поехали с Богом. Сейчас сниму вторую перчаточку, подожди. Вторую перчатку чуть-чуть снял. Открываем? Ну, открываем. Глянь, сохран. Слушай, так... Yes. Я скажу, это не бриллианты, но я думаю... Какая-то надпись какого-то. Глянь, печать какая-то. Глянь, смотри. Видишь, это какой-то коньяк. Сейчас, подожди. Ничего ж себе. Ни хрена себе. Yes, ну, я думаю, 50 штук. Yes. Глянь, посмотри. Я думаю, что 50. Глянь. Руки грязные, даже не хочу. Посмотри, тут листья какие-то под ним. Смотри, ну, да, заложены специально. Видно вообще? Да, это я вижу. А вот так, давай так. Ой. Слушай, поаккуратнее, это ваши денежки. Ребятушки, извините, мы, конечно, хотели бы такое выпить, но, скорее всего, передадим его в музей. Да, как всегда. Как всегда. Ну, я скажу, реально круть. Это реальная круть. Коробка с дуба, сейчас. Хотелось, конечно, золотишко или кэш, но мы ее как-то найдем возможность конвертировать. Здесь, видишь, какая-то там надпись. А это что за бумажка? Сейчас смотрю. Погоди, не спеши разворачивать двух карт. Yes! Так, карта. Подожди, я только краешек карта. Покажу, подожди, краешек. Давай вот так, наконец-то. Только краешек покажу вот так вот сейчас, ребята. Есть? Видно? Да. Фух, это моя карта, так, супер, отличненько. Так, карту складываем. Так, карту сразу убираем, подожди, она здесь пригодится в карманчике. Ну что, одеваю перчатку, показываю, что тебе здесь. Давай аккуратненько запакуем сейчас, давай. Чтобы оно все-таки... Уже знаешь, надо такие бутылки даже, вон, видишь, осыпаются там внутри. Угу. Такие бутылки даже нельзя дергать сильно. Посмотри. Сейчас аккуратненько упаковываем. Класс. Есть. Отлично. Так, сейчас здесь. Смотрим, что здесь интересно у нас. Одевай перчатки. Потому что, когда взял, уже опыт есть, понимаю, что там лежит. Сейчас посмотрим. Тихонечко разворачиваем, что здесь. Yes! Фух. Наконец-то теперь я буду ходить со стволом. От диких зверей. Обойма пустая. Знаешь, что самое главное? Сколько там патронов? Сейчас посмотрим. Патронов достаточно. Два. 3, 4. Раз, два, ну, это 50. 4, По 25. Наш канал Викинг работает для вас. Кому понравилось наше неимоверное классное видео, классное приключение в поисках бандитских кладов 90-х, ставьте нам лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Кто считает, что он находит больше артефактов и у него более крутые находки. Кто знает карты, другие места, желает поделиться мнениями, пожалуйста, пишите нам, мы с удовольствием ответим. Ну, конечно же, если это будет без матов и без оскорблений. Смотрите первую, вторую часть «Бандитские 90-е». Советуйте друзьям. Реально, неимоверно интересно, круто. И давайте, ребятушки.